Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. И сегодня у нас пойдет речь о классных ароматах на весну. Весенние такие женственные ароматы, которые будут только притягивать к вам внимание, а не отталкивать. И внимание мужчин и женщин вам обеспечено с этими ароматами. Они классные, приятные, ненавязчивые, яркие в какой-то степени некоторые из них, потому что хочется под настроение всегда разные ароматики на себя надевать. И, например, мне быстро надоедают какие-то, а потом я о них вспоминаю. И вот сейчас пришла весна, более тяжелые ароматы мы отставляем в сторону до лучших времен, до осени, например. А весной мы будем пользоваться. Кстати, подписывайтесь обязательно на мой канал и пишите свои комментарии. И приятного вам просмотра, кому интересна такая тема. И хочу вам показать, вот у меня пустой флакончик, но я его не могу выбросить, потому что он очень красивый, от фирмы Marc Jacobs. Называется Daisy. Oh So Fresh. Посмотрите, какой колпачок красивый, интересный, в виде шара, цветочки здесь. Но это такой легкий женственный ароматик. Он быстро выветривается, правда, но очень приятный, на весну очень подойдет. У меня закончился флакон, здесь было 75 миллилитров. И сам флакон красиво украсит ваш столик туалетный. Для настоящей супер девушки, блондинки или брюнетки, или шатенки, или это рыженькая девушка. Кстати, я бы хотела перекраситься в белый цвет, в светлый. Напишите мне в комментариях, как вы считаете, подойдет мне или нет такой оттенок. А хочу вам дальше показать тоже женственный ароматик. Это Dior, Miss Dior Cherie от фирмы Christian Dior. И я вам снимала уже о нем обзорчик. Посмотрите ниже там мои видео, и вы увидите все, что я о нем сказала. Это правда. Классный, приятный, фруктовый, такой клубничный, с попкорном. Классный состав здесь. И это классика у меня до 90-го года, до 1990-го года выпуска у меня. Старая версия, но она самая яркая, самая классная. Также на весну я бы вам порекомендовала вот этот аромат. И одна моя подписчица уже купила такой ароматик, ей понравился, подошел и говорит, что она вспоминает меня, когда пользуется этим ароматом. Называется Fendi Eau de Toilette L'Aqua Rosa. Так выглядит флакончик. Яркий красный такой прямоугольник с золотым дном, с золотым и черным, тут с этой стороны черный он колпачок этот, очень приятненький, классный ароматик, такая какая-то перчинка в нем есть, узнаваемый, классный, на весну очень подойдет этот аромат. Также о красных флаконах, и может быть он для кого-то покажется резкий, но мне хочется всегда, и вот, наверное, сейчас я этот аромат нанесу на себя. Для меня он и весенний, и летний, и осенний, на любой случай жизни. И даже зимой можно им пользоваться. Для меня это супер-супер классный Gucci Rush. Настроение во флаконе. Из всех, которые я сегодня назову, для меня это самый любимый навсегда. То есть закончится этот флакон, я куплю еще один. Так, и несладкий вот классный аромат, называется Bottega Veneta, очень хорошенький ароматик, приятный такой кожаный, замшевый, даже аппетитный в какой-то степени, немножко-немножко сладость в нем есть, но такая приличная, успокаивающая, то есть классный супер аромат. И также покажу вам потом Eau de Fresh, Шанс Eau Fresh. Тоже чуть-чуть на дне у меня остался этот свежий, приятный. Вот любому мужчине понравится на вас этот аромат классный.
И ваниль экстази, это мой любимый, одно время был любимейший ароматик. Здесь у меня наклеечка, и тут буквально осталось чуть-чуть этого аромата на дне. Легендарная звездочка Монталь, так снимается эта прищепка. И можно наносить... Ох, я сегодня буду благоухать. Ой, ну он не перестает быть моим, один из любимых моих ароматов. Классный. Также сейчас я вам его не покажу, я не взяла его. Он мой любимый на сегодняшний день аромат. Это Бакара Руж. И я хочу купить, приобрести Бакара Руж экстракт в бордовом таком флаконе красном с золотой крышечкой. Очень хочу этот аромат, это моя мечта. Я, наверное, его куплю. Также у меня на повестке дня мечтаю я о Амуаж Саншайн. Куплю и буду делать обзорчики для вас. Так что такой был коротенький, краткий, четкий обзор. Спасибо за внимание, приятного вам просмотра. Всех люблю, целую, пока!